Всем добрый день! Сегодня будем готовить песочное печенье без глютена. Для этого нам понадобится рисовая мука, 60 грамм сливочного масла, пшенная мука, сахар, либо сахарозаменитель, либо от 3 до 6 фиников, но измельченных прям хорошую кашицу, и сметана жирности 30%. Здесь 3 столовые ложки льна я пропустила через кофемолку. Вот такой вот она получается, пушистенькой. Так, нам понадобится рисовая мука, и я все муки пропускаю через кофемолку. Раз, два, три, четыре, пять. Пшенная мука то же самое, беру пшено на развес и пропускаю через кофемолку, мелко прям. Раз, два, три, 4, 5, тоже 5. Сахара 4 столовые ложки. Раз, два, три, 4. Вначале смешаем все сухие ингредиенты. Хорошо перемешаем. Масло сливочное, видите, оно как размякло. Я заранее его с утра прям поставила, вытащила из холодильника, из морозильника, и чтобы она постояла. Можно, кстати, мороженым сливочным маслом, если не успели вытащить из морозильника, можно мороженое сливочное масло через терку пропустить, крупную терку, смешивая вместе с мукой. И у кого нету сметаны, можно заменить одним яйцом. Ну, в холодильнике в наличии. Это, кстати, песочное тесто суперское. Оно получается рассыпчатое, вкусное. Я его использую для изготовления пирожного картошки и для изготовления ленивых чизкейков. Хорошо перемешали сухие ингредиенты все венчиком, да? Теперь перекладываем наше размягченное сливочное масло. И ложим нашу сметану. Положим пока 2 ложки. Жирностью 30%. И берем все это дело, перемешиваем. Приготовьте 2 полиэтиленовых мешочка. Тесто прекрасно потом хранится в холодильнике. Перемешали вначале венчиком, теперь мы вручную. Потом мы отправим тесто в холодильник, поместив полиэтиленовый мешочек, чтобы оно замерзло и чтобы вырезать было нам удобно. Подмерзло. Так вот мы просто перемешиваем хорошо. Сильно не приминаем. Просто собираем в кучку теста. И разделим сейчас его на 2 части и сложим 2 полиэтиленовых мешочка. Видите, как она легко собирается. Пахнет обалденно вкусно. У нее будет такой сливочный, пшенный вкус. Печенье вкусное. Все, вот такое тесто у нас получается. Вот такое вот тесто получается такое. Комочек у нас. Мы его поделим пополам сейчас и положим в мешочек, чтобы нам удобно потом. Такое вот хорошенькое получается. Делим пополам его. Вот такое вот оно получается. И укладываем в мешочек. Вот я закинула наше тесто в мешочек. Потом надо будет распределить ее. Скалочку приготовьте. Начинаем раскатывать. Нам где-то миллиметров надо, чтобы тесто получилось 3 миллиметра. Слегка надавливаем, раскатываем.
Нужно подрегулировать. Если экстренно надо быстро сделать, можно отправить сейчас в морозильник. Мы одну часть печенья отправим в морозильник на минуты 5, наверное, 8, чтобы она быстро форму схватилась, чтобы нам было удобно разрезать его и выкладывать на противень. Ну вот где-то вот такой толщины, 3 миллиметра. Надо будет раскатать наше печенье. Все, мы его отправим в морозильник. А второе тесто, оно спокойно, хоть неделю будет стоять в холодильнике, с ним ничего не будет. Сейчас раскатаем второе тесто. Раскатали мы второе тесто. Вот такой толщиной оно получается. 3 миллиметра, да? Я его отправлю в холодильник. Оно мне спокойно, неделю может стоять в холодильнике. Перевернуть так вот. Потом будет вырезать, нам очень удобно. Тесто, которое мы отправили в морозильник, пока раскатали второе, оно как раз чуть-чуть схватилось. 5-10 минут достаточно, чтобы оно не заморозилось. Видите, оно уже схватилось. Сейчас вырезаем. Так вот. Угу. Теперь будем вырезать печеньки. Таким образом укладываем их на противень. Противень смазать сливочным маслом. Ставьте нагреваться духовку 150 градусов. Подогрев с двух сторон с вентилятором. Но ориентируйтесь приблизительно где-то 20 минут. У кого как духовка работает. Вот мы выложили на противень. Теперь будем ставить духовку. Духовка у меня 150 градусов нагрелась. На 20 минут выставляю режим. Конвекция с двух сторон. Вот 20 минут прошло. Выкладываем наши печеньки. Они легко собираются так. Сейчас попробуем, как они получились. Но они классно. Вот я из них делала картошку. Там еще заправку картошки. Это из половины теста у нас печенек вышло. Ну, нормально, на чай попить. Троим хватит, наверное. Так, вот такие вот печеньки. Сейчас попробуем, как они у нас получились. Настоящее, песочное, вкусное печенье. Слышите, как хрустят приятно. И во рту тает. Классное печенье. Сделайте себе чай. Будьте здоровы, радости вам.